Привет, с вами Ксения Нечепуренко, Феронова Наталья и Рамина Мингазова. Гостеприимная Анталия снова собирает друзей. Шестой международный телевизионный фестиваль TV Start приветствует вас. Мы расскажем, как весело отдыхали и соревновались участники шестого международного телевизионного фестиваля TV Start. Это настоящий праздник для всех, кто хочет добиться успеха на большой телевизионной сцене. Смотрите, завидуйте и обязательно присоединяйтесь! Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответов нет. Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим? В чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, с TV стартом бед не жди. Камни пройденных дорог сумел пробить росток. Открывались в утро двери и тянулись ввысь деревья. Обещал прогноз то снег, то зной. Но в садах рожденных песен фестиваль наш снова весел и вперед зовет нас за собой. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окна свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди. Камни пройденных дорог сумел пробить росток. Если солнце на ладони, если сердце в звуках тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь. TV Start ведет к тебе друзей. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди. Камни пройденных дорог сумел пробить росток. Свой мотив у каждой птицы, свой мотив у каждой песни, свой мотив у неба и земли. Устирает время лица, нас простая мысль утешит. Мы услышать музыку смогли. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окна свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди. Камни пройденных дорог сумел пробить росток. Замыкая круг, ты
посмотришь вдруг, там увидишь вот на свет, сияющий на свет. Пусть идут дожди, прошлых деток них не жди, там не бродил их дорог, сумел пробить Ростов. Седьмой международный конкурс-фестиваль «ТВ-Старт» «Турция Кемер» с 1 по 8 октября. Номинации фестиваля: вокал, хореография, фотомодель, театр мод, шоу-программа «Оригинальный жанр», телевизионные ведущие, цирковое искусство, детский клип. Три возрастные категории – от 4 до 18 лет. Оргкомитет предлагает полный турпакет с вылетом из городов Киев, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Алматы. Неполный турпакет, наземное обслуживание с самостоятельным перелетом. Увлекательная фестивально-телевизионная неделя в сочетании с конкурсной программой, творческими мероприятиями, ну и, конечно же, отдыхом в великолепном пятизвездочном отеле по системе «Все включено» от генерального туроператора фестиваля компании «Анекс Тур». Октябрь, бархатный сезон, ласковое Средиземное море доставит всем массу приятных, незабываемых впечатлений участникам фестиваля, родителям и руководителям. По итогам фестивальной недели вы еженедельно сможете смотреть эфир телевизионных фестивальных программ студии TV-Star Production, генеральный телевизионный партнер фестиваля Maxi TV. По вопросам участия и регистрации фестиваля обращайтесь в оргкомитет. Полетели вместе, с нами интересней. Продлите свое лето с TV-Start. Добрый вечер. Спасибо, что вы с нами. Мы приветствуем вас на международном телевизионном фестивале TV-Start. Наш фестиваль не состоялся бы без помощи наших партнеров. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену генерального туроператора нашего фестиваля, представителя компании «Анекс Тур». Вот такой памятный диплом от нашего фестиваля. Спасибо за помощь в проведении. Я хочу на эту сцену пригласить совладелицу канала Maxi TV Семененко Викторию. И, конечно же, наш подарок всем вам. Звучит песня Александра Ермолова. Я желаю. Я желаю. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Я желаю тебе бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Бесконечного лета, негасимого света и, конечно, любви. Я желаю тебе грусти не предаваться, чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Чтобы чаще встречаться мы с тобою могли. Thank you.
Завершился 6-й международный фестиваль ТВ-Старт в этом замечательном городе на побережье Средиземного моря. Он наверняка оставил много позитивных, приятных впечатлений для зрителей, для членов жюри. Мы увидели яркие, искрометные, замечательные, талантливые номера в номинации хореография, в номинации вокал. Это было настолько здорово, что я сейчас нахожусь под глубочайшим впечатлением. Как же богата наша земля замечательными талантами, талантливыми в вокальном плане, талантливыми в хореографии. Детки просто вот самые прекрасные. И приятно, что много стран было представлено на этом фестивале. Это и Россия, и Украина, и даже участница из Нигерии произвела очень сильное впечатление. Фестиваль прошел прекрасно, незабываемые впечатления оставил. Очень талантливые дети, и огромное спасибо организаторам, которые устроили такой прекрасный праздник и ребятишкам, и гостям, ну и также и нам, членам жюри. Спасибо большое. Замечательный, прекрасный фестиваль, который дарит детям надежду, дарит детям счастье, радость, позитивные эмоции. Самое главное, что здесь нет проигравших. У каждого есть шанс выиграть в номинации, у каждого есть шанс приобрести опыт, друзей, а это немаловажно. Поэтому до следующего ТВ-старта. Впечатлений просто море. Такое же яркое, солнечное, какое нас встречает море в Турции, в Анталии. Очень сложно что-то сказать, потому что хочется огромное сказать спасибо всем и участникам, и зрителям, и членам жюри, и всем тем, кто принимал участие в этом фестивале. Огромное спасибо и низкий поклон родителям, потому что если бы не родители, этих бы праздников, наверное, не было. И я надеюсь, что этому фестивалю надо жить, продвигаться и получать все новые и новые обороты, новые впечатления, действительно стартовать вместе с нами. Официальным мероприятием фестиваля был визит конкурсантов в мэрию города Анталия. Визит прошел в теплой и дружеской атмосфере. Представители мэрии заверили организаторов, что и впредь будут всячески поддерживать фестиваль ТВ-Старт и заинтересованы в том, чтобы он и в дальнейшем проходил в Турции. Thank you.
Кстати, все события на фестивале снимают профессиональные операторы, и это тоже очень хорошая традиция. Было бы обидно пропустить важное или суперинтересное событие. Но не переживайте, фестиваль закончится, и у меня будет самый полный видеоотчет для вас и для подружек. На фестивале, как всегда, была рационально организована каждая конкурсная минута. И все равно ребята смогли подружиться и хорошо отдохнуть. Нововведением на фестивале был конкурс «Мини-мисс и мистер Дружба». Ребята должны были собрать как можно больше адресов и телефонов своих новых друзей. Этот конкурс так захватил ребят, что на вымпеле фестиваля, на котором они и собирали адреса, не хватало места. Все. Шестой международный телевизионный фестиваль «ТВ-старт» подошел к концу. Пора собирать чемоданы. А еще нужно обменяться адресами с нашими новыми друзьями, договориться о новой встрече и, конечно же, сказать вам, телезрители, что мы рады вас видеть на международном телевизионном фестивале «ТВ-старт». Не сомневайтесь, у вас все получится. Пока! К нашему сожалению и к сожалению участников и их родителей, фестивальная неделя подошла к своему завершению. Но мы надеемся, что воспоминания о фестивальной неделе ТВ-старт станут самым ярким событием уходящего года.
Слышно, и мне есть что сказать, и мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи, и перестали мечтать. Давайте ж тебя достанем из сундука, в сторону отложим все дела, ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так. Счастью откроем мы дверь. Просыпайся, 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 друг. Посмотри, посмотри, посмотри вокруг.
слов. Мои друзья со мной, а значит я готов. Значит я готов. Мои глаза открыты, сердце бьется четко, повторяя ритм. Ведь сегодня я посмотрел вокруг и понял, счастье близко, почти на моей ладони. Мне надо обзвонить подруг и всех друзей. Мне надо отключиться от различных сетей. Мне точно надо сделать погромче музон. Мои двери открыты, welcome back home. Пусть дом наполнит свет, и никто не знает бед. Если мы вместе, друзья, ага. Ты просто улыбнись и навстречу счастью мчись, и сбудется твоя мечта. Давай мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем мы дверь. Твой выбор — это твоя жизнь. И в каждое мгновенье реки могут поменять течение. Счастливый твой билет, в домах зажжется свет, и ты откроешь двери для всех.